Всем привет, друзья! С вами компания 3D Tool. Меня зовут Максим. Сегодня у нас топ сканеров 2023 года. Погнали! Пожалуй, со сканера компании Range Vision модели NeoPoint. Если вы ищете 3D-сканера среднего класса, который позволяет делать качественные 3D-сканы небольших объектов и цена на который не вызовет, так скажем, сердечный приступ, то легкий, компактный и бюджетный Range Vision NeoPoint создан именно для вас. NeoPoint позволяет с высокой скоростью сканировать объекты с руки или со штатива, по маркерам или же по геометрии. Имеет точность до 50 микрон. Для автоматизации 3D-сканирования в стационарном режиме можно использовать идущий в комплекте поворотный стол. Сканирующий модуль Range Vision NeoPoint оснащен двумя монохромными, одной цветной камерой и инновационным сенсором RevoPoint. Зона сканирования составляет 210 на 130 мм. Сканер не требует регулировки или настройки сенсора и сразу готов к работе. Все, что требуется для создания 3D-модели, это подключить сканер к компьютеру с программой Range Vision 3D Studio, после чего сразу же можно сканировать объекты. Range Vision NeoPoint можно использовать для обучения 3D-сканированию и оцифровки объектов с умеренной детализацией. С помощью программного обеспечения Range Vision 3D Studio можно наблюдать и корректировать процесс 3D-сканирования, а также экспортировать результаты в виде файлов в форматах STL, OBG или PLY. В стандартную комплектацию входит также поворотный стол, в отличие от конкурентов. Из плюсов можно сразу отметить быстроту работы, универсальность в использовании, возможность работы как в ручном, так и в стационарных режимах. Также удобное программное обеспечение, что, пожалуй, является главной его фишкой, наличие поворотного стола, великолепную работу с геометрией, техническая поддержка от российского производителя, ну и, конечно же, стоимость. На момент выхода этого ролика стоимость NeoPoint составляет 99 тысяч рублей. Из минусов, пожалуй, можно отметить среднюю детализацию. Следующий в нашем топе 3D-сканер — это Scanform L5. С ним вы можете сканировать объекты со скоростью 1 миллион 100 точек в секунду под любым углом, в движении и без. Компактность ручного устройства облегчает работу в тесных пространствах. Сканер способен работать с глянцевыми и черными поверхностями без проблем, без использования каких-либо матирующих спреев. 5 параллельных лазерных линий одновременно проецируются на объект, а 2 монохромные камеры фиксируют точки касания лучей с поверхностью и считывают геометрию объекта. Рабочая область Scanform L5 достигает 250 на 350 мм, позволяя с легкостью оцифровывать любые участки и объекты с габаритами от 10 см до 4 метров без использования штатива. Погрешность измерений не превышает 100 микрон на 1 метр. Высокая точность позволяет использовать 3D-сканер в качестве измерительного прибора с повторяемостью до 50 микрон по положению маркера в пространстве и расстоянию между ними. В процессе 3D-сканирования использование маркеров является обязательным. Для работы со сканером предлагается штатное программное обеспечение Scanform 3D, интуитивно понятное как новичкам, так и профессионалам. Последние смогут использовать тонкие настройки сканирования. В Scanform 3D заложено множество настроек, в числе которых базовые функции реверс-инжиниринга и контроля, возможность проведения измерений по облаку точек и полигональным 3D-моделям. Поговорим о применении Scanform L5. Он подходит для применения в автомобильном проектировании, архитектуре, и промышленном дизайне, производстве и искусстве создания цифровых архивов обратного проектирования и бесконтактного контроля геометрии посредством сравнительного анализа. Комплектация Scanform L5 имеет все необходимое для немедленного запуска в работу. Достали из коробки и можно работать. Из плюсов использования данного сканера можно отметить эргономичную и быструю настройку, функциональное программное обеспечение, высокую детализацию и, конечно же, техническую поддержку российского производителя. К минусам мы отнесем то, что Scanform L5 не захватывает текстуру объектов, то есть не видит цвет. А также для того, чтобы сканировать, в обязательном порядке требуется использование меток. Ну а мы едем дальше, и следующий сканер из нашего рейтинга — это Calibri от Thor 3D. Данный 3D-сканер полагается на технологию структурированного подсвета, позволяет работать в нескольких режимах с текстурами, по геометрии и по маркерам, а также оснащен предварительными настройками под разные задачи, например, сканирование людей или животных, неподвижных предметов. Устройство оснащено сенсорным экраном, повышающим удобство использования и наглядность рабочего процесса. Малый вес сканера, не превышающий 900 грамм, облегчает транспортировку и длительную эксплуатацию.
Рабочее расстояние до объекта варьируется от 50 до 100 см. Поле зрения 850 на 1000 мм. Центральная камера с разрешением 2,3 мегапикселя и захватом текстур обеспечивает быструю точную цветопередачу при оцифровке любых объектов, включая людей. Разрешающая способность Колибри составляет 600 микрон, объемная точность 1,1 мм на метр. Производительность достигает 1 миллиона точек в секунду. Колибри с легкостью сканирует предметы с острыми краями, а также может работать с черными и блестящими поверхностями. Мех и волосы больше не проблема. К тому же камера 3D-сканера способна захватывать цветные текстуры. В комплекте с 3D-сканером идет программное обеспечение Colibri Nest с множеством инструментов для обработки данных, которые позволяют, например, там, исправить дефекты, убрать маркеры, сгладить геометрию, ну и многое другое. Полученные снимки собираются в 3D-модель в ручном или автоматическом режиме. Colibri Nest также можно использовать для управления сканером Colibri через встроенный модуль Colibri Tray Manager, отображающий данные с экрана 3D-сканера в Colibri Nest, а также дублирующий кнопки управления сканером. Colibri обладает очень широким спектром применения. Его можно использовать в таких областях, как искусство, медицина, 3D-сканирование людей, дизайн, реклама, работа с декором и образование. А также сканер пригодится, конечно же, в реверс-инжиниринге, в процессе оцифровки изделий, для которых нет чертежей или документации. А затем создание на основе полученных данных 3D-моделей для дальнейшего проектирования и производства. В комплект входит 3D-сканер, набор кабелей, магнитные и клейкие маркеры и калибровочная пластина. Из плюсов данного 3D-сканера хочется отметить высокую детализацию при оцифровке средних и крупных объектов, хорошую цветопередачу, встроенный сенсорный экран, высокую скорость обработки и, конечно же, техподдержку от российского производителя. Из минусов можно отметить, пожалуй, внушительный размер калибровочной таблицы, которая всегда должна быть под рукой, и посредственную детализацию при сканировании мелких объектов. А мы переходим к следующему 3D-сканеру, а именно Range Vision Spectrum. Если вы ищете лучший 3D-сканер на рынке в среднем ценовом диапазоне и в ваши задачи входит сканирование миниатюрных и среднегабаритных деталей, то Range Vision Spectrum однозначно стоит рассмотреть в качестве рабочего инструмента. Благодаря мощному программному обеспечению Range Vision 3D Studio, а также стабильно высокому разрешению и точности, Range Vision Spectrum лучше всего подходит тем, кто готов вложиться в универсальный 3D-сканер, который одинаково подойдет как для сканирования мелких объектов, так для средних и крупных. Главное — определиться с вашими задачами, под которые наши специалисты обязательно подберут для вас оборудование. Spectrum способен работать с разными типами объектов в трех режимах. На поворотном столе для быстрого и простого сканирования, при повороте стола фрагменты совмещаются автоматически, с маркерами для повышения точности сканирования и в базовом режиме для сканирования объектов, которые невозможно оцифровать другими способами, например, для музейных экспонатов. Высокая точность достигается благодаря сканирующему модулю, оснащенному камерами с разрешением 3,1 мегапикселя, обеспечивающими линейную точность до 0,04 мм и объемную точность до 0,06 мм. Сканер оснащен WXGA проектором с разрешением 1280 на 800. Еще одно преимущество – возможность захвата текстур и мелких деталей с полной цветопередачей. 3D-сканер Range Vision Spectrum позволяет оцифровывать статичные объекты размером от 1 см до 3 метров. Пользователям сканеров Range Vision доступно программное обеспечение Range Vision 3D Studio. Оно интуитивно понятное даже операторам без опыта работы с 3D-сканерами. Данный 3D-сканер отлично подойдет для задач реверс-инжиниринга, промышленного дизайна, в науке, образовании, искусстве и производстве. Range Vision Spectrum укомплектован всем необходимым для запуска в работу. Максимальная нагрузка на поворотный стол соответствует 20 кг. К плюсам изделия можно отнести наличие поворотного стола, возможность сканирования с текстурой, высокая точность измерений и техподдержку от российского производителя. К минусам мы, пожалуй, отнесли бы непростую калибровку устройства, а также отсутствие возможности работы в условиях вибрации или с нестатичными объектами. Завершает наш топ также сканер от компании Range Vision, который называется Quant. Это, пожалуй, лучшее решение для тех, кому требуется оцифровка небольших объектов сложной формы с точностью до 30 микрон. Этот настольный 3D-сканер позволяет с легкостью задавать сценарии сканирования, а затем наблюдать в режиме реального времени, как объект оцифровывается. Причем в мельчайших подробностях, поскольку производитель очень серьезно постарался и доработал алгоритмы автоматической сшивки. Range Vision Quant станет незаменимым помощником стоматолога, а также пригодится в других отраслях, где необходим контроль качества изделий или же реверс-инжиниринг. Range Vision Quant работает по технологии структурированного подсвета, оснащен двумя камерами с разрешением 6 мегапикселей и двухосевой системой вращения рабочей платформы. Устройство позволяет сканировать объекты размером от 10 до 100 мм и получать текстурированные модели с высокой степенью детализации.
Все пусконаладочные работы с Range Vision Quanta заключаются в очень простой калибровке, происходящей в автоматическом режиме. Достаточно перед сканированием закрепить калибровочное поле на поворотном столе, а затем в меню выбрать режим калибровки. После ее окончания можно сразу же приступать к 3D-сканированию. Применяется этот сканер в стоматологии, ювелирке, для контроля качества, позволяет сравнивать измерения с номинальной моделью и строить трехмерную карту отклонений для сканирования небольших объектов. В комплект автоматического 3D-сканера Range Vision Quant также входит все необходимое для запуска его в работу. Кстати, на каждый сканер из этого видео у нас на канале есть подробные обзоры, которые можно посмотреть по ссылкам в описании. Из плюсов хочется выделить возможность сканирования в автоматическом режиме, синий подсвет, высокую детализацию и техническую поддержку от российского производителя. Из минусов, пожалуй, только относительно немалая цена и маленькая область сканирования. Как итог, выделим ключевые особенности перечисленных 3D-сканеров. Лучшие ручные сканеры для оцифровки средне- и крупноразмерных объектов, Scanform L5 и Calibri. Преимущество Calibri в том, что он способен захватывать текстуры и получать качественные сканы в цвете. Преимущество Scanform — это точность оцифровки средне- и крупногабаритных объектов. Кстати, Scanform можно приобрести с сертификатом метрологического оборудования, что очень неплохо. Лучший стационарный сканер для решения любых задач по оцифровке статичных объектов — Range Vision Spectrum. Стоматологам и ювелирам можно смело рекомендовать Range Vision Quant, позволяющий делать 3D-сканы мелких объектов с очень высокой детализацией и полностью автоматическим режиме. По качеству сканирования мелких объектов Quant способен конкурировать с топовой моделью Range Vision Pro. Ну а что касается обучения 3D-сканированию или же удобного и недорогого инструмента для хоббистов с полными преимуществами в виде программного обеспечения профессионального, то тут без вопросов подойдет Range Vision Neo Point. На этом у нас все, друзья. Ставьте лайк, если информация была полезна для вас. Звоните по телефону, и наши специалисты в обязательном порядке подберут оборудование, исходя из ваших задач. Всем пока!